Жители двора шутят. Еще недавно эта стена была одной из самых некрасивых во всем районе. Серой и запущенной. Теперь ее преобразили. Неравнодушные жители сами покупают все необходимые материалы. Тематика рисунков разнообразная. От городских пейзажей до сказочных персонажей. Смешарики, тачки, феи и сказочные животные – все это идеи детей. Они не только решают, что именно надо изобразить на стене, но и активно помогают взрослым рисовать. Почти каждый день прихожу, помогаю. Я там размешиваю краску, мою кисточки после работы. Все началось, когда местные жители решили привести в порядок скамейку. Перестарались и купили очень много краски. Так появилась идея привести в порядок детскую площадку. Потом взялись за стену. Мы уже здесь решили сделать любимый город. Вот сейчас мы расписываем любимый. Начали с нашего флага одесского. Дальше у нас будет любимый двор, уже он есть законченный. Сейчас любимые персонажи у детей – это смешарики, поэтому мы с детьми нарисовали смешарики. Вот. А наши художники, уже которых мы пригласили, они, получается, нам делают любимые сказки. Самые сложные фрагменты рисунка – сказочные сюжеты. Над ними работают профессиональные художники. Нам предложили такую возможность, дали стены, дали краски порисовать. Мы пришли, я пригласила наших учениц. Они сказали, почему бы нет для детей порисовать детская тема, сказочная. Но у нас еще должны быть феи. И нас просили для мальчишек что-то придумать. Не знаю, может, каких-то там богатырей. На стене еще осталось свободное место. Как раз рядом с ним жители двора хотят обустроить фан-зону. Рисунки будут соответствующие. Футбольные мячи, флаги и кубки. Марьяна Гончарук, Руслан Пейков, Первый городской.